лучшее. Девочки. Конечно. Да. Спасибо, Маринар, за то, что ты делаешь. За то, что ты еще будешь делать. Вот, спасибо, что ты свое время, свое внимание. И нас от этого избавляешь вообще. Класс в школе номер 87. И я вам, ребята, хочу пожелать, чтобы вы продолжали с гордостью носить это достойное звание университетского класса. И вы это доказали, написав годовую аттестацию, где, например, по математике, уважаемые родители, у нас была половина класса, получили пятерки. И по-русскому тоже, знаете, вот оценивая свой труд, когда я открыла годовую работу по русскому языку, и практически, ну, можно сказать, почти у всех детей, на этих листочках со штампиками, хотя я не говорила совсем этого делать, все зеленой пастой, все орфограммки в каждом слове, все-все-все выделено. Молодцы! Сейчас вы в этом убедитесь, получив вот эти награды. И сегодня особенно собрались мы сюда, друзья, чтобы проститься с начальной школой. Это сделаем вы и я. 2 тонны булочек. Подрос на 1300 сантиметров. Потолстел на 135 килограммов. Если сложить в линейку все учебники, которые ребята изучили за эти 4 года, то ее длина будет равна расстоянию до Луны и обратно, пути к Земле. А еще ребята набрались ума, научились дружить, веселиться и танцевать. А когда они поют, то добрая энергия от песен может заменить по мощности несколько атомных электростанций. Убедимся сейчас в этом. Стоит за окошком, и солнце ласково смотрит на нас. Но почему-то нам грустно немножко, ведь мы четвертый окончили класс. Мы покидаем начальную школу, и беззаботно года пронеслись. Две интересной была и веселой, такая сложная школьная жизнь. Последний урок, последний звенит в коридоре звонок. На сумке под мышку мчится
крышку и дружно бежим за школьный порог. Там за порогом листвой шелестят, качаются клены, шумят на поля. А это все значит, что началось лето, что нас ожидают леса и поля. Где бы я ни был, куда бы ни шел, каких бы я новых друзей не завел, на речке и в поле, я помню о школе, я помню, что в пятый класс перешел. Ребята, вы у нас в нашем классе, вот 7 человек, которые закончили этот сложный 4-й класс на все 5-й. Вы каждый по-своему молодцы. Вот это наша 5-ка, которую поздравляли на линейке, на последнем звонке. Вы у нас отличились тем, что на протяжении всего 4 класса у вас не было 4-ок. У двоих детей у нас по 1-й 4-ке были в первой четверти, а потом все 5-ки. Саша и Лера очень старались весь год, очень. И все-таки к финишу, к результату пришли в общей сложности за 4 класс с достойными 5-ками. Мария, Олеся, Никита, Мари, Александр и Валерия. Ребята, все молодцы. Не так давно, в 9 мая, в нашей школе проводился конкурс чтецов. Вот, у меня вот эти 2 грамоты лежали, и ну вот как-то хотелось более торжественного какого-то повода. Ну вот такой повод настал. Дело в том, что эти награды очень, я считаю, что они очень серьезные. Была среди детей была очень сильная подготовка среди 4-х классов. И наши дети, дети, которые представляли 4-й класс, это 2 человека от каждого класса было, и Никита, и Мария получили 1-е место. В тяжелой борьбе, с оригинальным выступлением. И вообще, когда мы готовились, когда мы отбирали детей для конкурса, было очень сложно выбрать. Мы выбирали всем классом. У нас София претендовала, но, к сожалению, уехала, не смогла принять участие. И Эдик тоже. Вот, поэтому, ребята, я решила именно сегодня, чтобы и родители тоже знали, что у вас прекраснейшее было выступление. Об этом мне говорили, я спрашивала и у жюри, и у учителей, которые присутствовали. Мы вам вручаем эту грамоту, очень непростую, за 1-е место в школьном конкурсе стихов «Я о войне стихами говорю». Никита Водоставов. Я бы в руке выделила, что очень трудолюбивый, очень такой внимательный к людям мальчик. Это очень важно и достойно, ну, в общем-то, на том же уровне, что и учеба. Никита, ты хороший друг, я так наблюдаю, да, заметила, что ты очень хороший друг. Это тоже очень ценится. Поэтому, ребята, важные человеческие качества, это тоже победа, это тоже ваш труд. Ребята, поворачиваем грамоты свои. Итак, за хорошую учебу вам вручены эти грамоты. За учебу хорошую не только в 4 классе, а за все эти 4 года. Каждый из вас, ребята, проявил себя в каких-либо мероприятиях. Каждый из вас. Знаете, что у нас талант – это Ярослав. На всех конкурсах и победы у нас были, и для школы приносил победы. Я тебе пожелаю, чтобы у тебя все получилось, и мы дальше слышали о твоих победах и наградах. У тебя очень здорово получается, ты молодец. Я тоже необыкновенный ученик, ну я бы сказала чемпион наш по шашкам, лучший был. Дима, ты тоже очень хороший друг, как я наблюдаю, да? У тебя есть в классе друзья, и главное, что хорошо учишься. Ребята, мы вас поздравляем. Рома у нас очень способный мальчик, я всегда это говорила, очень способный, но с такой же способностью умеет это скрывать. Вот. И только к концу четверти у нас Рома начал учиться, да, начал делать уроки, начал очень активно работать и получать 5-ки. Ром, вот начни работать с самого 1 сентября. И я уверена, что у тебя по учебе ты будешь одним из лучших детей класса. Все для этого.
этого побороться, да, и все будет замечательно. Так, Роме мы вручаем вот такой диплом выпускника начальной школы и альбом на память. Такой замечательный. Паша, так трудно было в первом классе найти общий язык, да, и с детьми, и с учителем. Но, тем не менее, за эти 4 года я с полной ответственностью могу сказать, что Павел очень лучше всех в классе умеет контактировать с детьми. Поэтому я думаю, что, может быть, должность у тебя будет такая в 5 классе, либо староста, либо, может быть, командир отряда, тем более, что ты вступил в юнармию. Лиза из Спартак у нас. Ребята, я вас тоже поздравляю с окончанием 4 класса. Желаю вам немножечко свою учебу все-таки подтянуть, может быть, даже позаниматься летом, чтобы это проще получилось. Наши вам поздравления! Поведете, понесете в 5 класс и дальше. Что все-таки дети, которые сейчас сидят перед нами, они дружные. 5 и далее будет самым дружным, ну и греметь победами, безусловно. Потому что с 5 класса будет очень много олимпиад. А у нас есть дети, которые могут занимать первые места в олимпиадах. Очень много будет конкурсов, очень много будет соревнований. А у вас соперники, ого-го, какие в параллели, очень сильные. Поэтому, ребята, вам хороших оценок прежде всего, усердия, трудолюбия, побед.